Нейзи, Нейзи, просыпайся, Нейз. А, еще 5 минут еще. Какие 5 минут, а, Нейз? А? Холодно, давай вниз. О, есть чё? Интересная информация, очень. Ща, погоди. Так, что у нас? Аккуратно. Сколько времени? А, не знаю, честно, вроде вот утро только. Короче, ладно. Ой, как тут холодно. Сейчас не об этом. В общем, ты пока спал, у тебя сверху книжка вот эта свалилась. Так. В общем... А, вот она где, я думал. Да-да-да. Короче, я ее прочитал и вникся во всю тему. Ну, там особо читать-то нечего, не, ну, как бы, нечего читать, но там была карта местности. Где? Ее там не было, я пролистал. Была, на последней странице. Страница была слипнувшаяся. Я все досконально просмотрел, и там была карта. На карте... Да, на карте местности, она не такая же, как мы смотрели у лесоцепилки. На карте местности, есть какая-то непонятная радиовышка. Прикинь, вот только представь, что мы можем туда подняться и попробовать связаться с внешним миром. Так что мы медлим? Слушай, а ты уверен, что там все работает? Не, я не знаю, но во всяком случае, радиовышка там есть. Даже если ее, в принципе, если там нет никаких сигналов, ну, в общем, ладно. Попытка не пытка, кругозор зато будет большой, можно будет посмотреть все налево-направо с высоты птичьего полета. Погоди, я еще до конца не проснулся. Так, я думаю, надо снять. Да. Я тут занавешивал на ночь. Нашел эту ткань. Блин, мне такой ночью сон ужасный приснился, ты не представляешь. Ой, вообще жесть. Лучше вообще не будем об этом. Ой, как холодно-то. Ладно, давай, пошли. Погнали. Так, я надеюсь, мы сюда еще придем. Как холодно-то. Так, давай я посмотрю на карту. Куда нам? Так, давай. Так, если мы сейчас вот примерно тут... Мы около аэродрома. Так, аэродром. Вот он, край его. Я думаю, нам надо вернуться в деревню, да? Да, вот в той стороне по карте, вот в той стороне. Хорошо, пошли. Погнали. Ой, как холодно-то. Слушай, тут стоит самолет. Я думаю, нам... Мы... Не знаю, он вообще... Ну, ты знаешь, да? Там, блин, наверное, он рабочий или нет? Я не знаю. Я думаю, что нам нужно, возможно, будет посмотреть досконально на него получше. Но не сейчас. Возможно, это наш выход и шанс отсюда выбраться. Я просто не знаю. Сейчас я особо мыслить не хочу. Нам надо добраться до деревни, чтобы там переждать, так скажем, и отправиться к этой радиовышке. Вот просто я молю Бога, чтобы там мы смогли связаться хоть с кем-нибудь и настроиться на правильную радиоволну. Я просто не знаю. Это, по сути, наш, ну, не единственный шанс, но это шанс, в который я только сейчас верю, потому что... По сути, других у нас вариантов нет. Скитаться, смотреть еще на какие-то дома, искать пропитание. У нас сейчас только 2 варианта. Попробовать починить самолет, который просто я не знаю, как это делается. Я не был инженером. Или же у нас вариант пойти к радиовышке и попробовать связаться со всем. Все, давай не о грустном, и так настроение плохо. Да, согласен. О, Симон, смотри, вот дом. Пришли. Давай быстро. Стой! Черт! Нет! Ты вспомнил, что там было? Да. Так. Пошли в другой дом. Тут они могли вернуться. Как холодно. Черт, пошли вот в этот слева дом, который. Давай так. 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 Давай, я так. Открываю, а ты сейчас поки спрячешь. Так, спокойно, тут никого. Так, сейчас. О, телевизор работает. Печка. Черт, тут нет печки. Нет печки, нам надо в другой дом. Срочно. Я не хочу. Тут открыта дверь. Черт. Может, мы когда выходили, не закрыли. Зимон. А? Тихо. Он же говорил, что они боятся огня. Значит, нам надо сейчас растопить печку. Да, стой. Так.
Чёрт, блядь, что ты пугаешь ты меня? Что это было? Ты это видел? Нет. Что? У меня уже галлюцинации, кажется. Тихо. У тебя есть фонарик или типа того? Так, факел? Есть факел. Все. Так. Фух, страшно. Давай, я возьму винтовку. Вот этот дыра, это... Так, спокойно. Я просто сейчас забаррикадирую все. Так. Давай-ка я... Я затопил. Да, нормально. Так, дверь надо закрыть. И самое главное, нам надо с тобой сейчас посмотреть, что в туалете. А, да. Так. Так. Дим, я лучше буду смотреть этот вверх. Так, ну в общем... Чё? Что это было? Тут ни, ничего. Тут ничего нету, ты чё? А что, ты это видел? Нет, что именно? Чёрт. Слушай, Зимон, мы ничего вообще не знаем о этих существах. Кто это вообще, что, ну, как бы... Я не знаю, но эта херня явно проникает мне в мозг. Я видел очень ужасное... Я просто не знаю. Я видел очень ужасное, ну, не видение, но это было как реальность. Я не знаю, конечно, но мне кажется, эта фигня может проникать нам в голову. Бред. По-моему, это просто было осознанное сновидение. Во всяком случае, это тоже... Скорее всего, что возможно, потому что все, что тут происходит, я до сих пор не верю. Ладно, так, смотри, мы уже практически пришли, где-то через 500 или 600 метров уже... Сейчас по карте, погоди, сориентируюсь. Давай. Так, еще 600 метров нам до цели, и мы уже будем около радиовышки. Окей. О, Симон, ну что, далеко еще? Так, дай-ка посмотрю. Она тут уже вот прям... Прямо на ней? И где? Мы... Может, нас мы... опять... Мы... Я не понимаю, где она. Подожди. Чёрт. Я реально не понимаю. Вот. Я реально... Что это? Да что? Я реально не понимаю, где вышка-то? Где вышка-то? Симон! Что? Симон, обернись! Как ты мог... Симон! Посмотри на это! Это вышка! Смотри, там что-то досками заколочено. Так. Смотри, она в принципе... Так, надо подняться сюда как-то. Стой, так. Погоди! Так, стой! Карта не врет, реально тут! Да? Да. Может, ты немножко, ну, не так, ну, посмотрел? Нет, прям вот... Да, возможно, вот. Это точно та? Другой я и пока не вижу. Проверить все равно стоит. Так, смотри, вот тут можно подняться, по сути. Так, Зимон, давай подсади меня. Так, давай попробуем. Давай. Чёрт! Чёрт. Так, Настя, ничего не сломал, нормально все? Нет, с такой высоты невозможно сломать. Давай. О, я зацепился, погоди. Ловлю обратно. Падай. Погоди, отпусти. Да. Давай. Третья попытка. Так, я зацеплюсь сейчас за эти. Два, три. Давай. Есть. Отлично. Руку. Давай. Давай. Держу. Черт. Давай. Руку. Есть. Фу, погоди. Зимон. Да. Давай, я первый. Иду высоко. Еще не высоко, тихо. Так, погоди. Все. Так, я полез, Зимон. Так, давай. Держись за эту. Давай, держись. О, слушай, тут скользко. Хорошо, так, попробуй отойти, чтобы... Давай. Давай. Давай, блядь. Есть. Нормально? Да. Тихо, не соскользни, держись за вот эти штуки. Так, погоди.
Ай, нет, я не пойду туда. Ай, ё-моё, погоди. Я не пойду. Я не готов. Так, я слезаю. Я слезаю. Стой, я сейчас... Стой, Симон. Уймись. Ай, блин, надо как-то подвинуться. Чёрт. Погоди, я сейчас по краешку пройду. Так, Симон, как дальше-то за... А, вон, вижу. Так, Симон, сейчас придется идти за руку. Иди сюда. Я буду тебя держать. Хорошо. Давай, давай. Пошли. Давай, давай. Давай, держим друг друга. Давай, давай. Нет. Тихо. Вот, держись за вот это. Смотри, Симон. Сейчас мне придется вот сюда залезть. Ты сможешь сюда залезть? Чё, дурак? Давай. Чёрт. Так. Хорошо. Держись за вот эту и подсадишь меня, понял? Так, держусь. Ну давай, ой, попробуй. Удивись. Нет, 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 погоди. Чёрт. А, ладно, иди, давай. Ай! Давай. Ой. Давай. Ну, а, давай. Была не была. Кто не рискует, Скорт. Тот не пьет шампанское. Давай. Давай. Давай, держи, держи, держи. Все, отпускай. Не достаю уже. Все, нормально. Я держусь. Если что, если что, я с тобой. О, твою мать, как высоко. Погоди. Так. Я залез. Зимон, Зимон, Зимон. Сможешь залезть? Не смогу. Давай. Я не смогу. Заткнись. Я не смогу, пожалуйста. Ты должен. Я не смогу, я не смогу. Как ты заебал, у нас нет времени. Я не смогу. Так, это нам нужно. Давай, ты должен. Давай, 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 ползи, ползи, я отхожу. Как... Тихо, держись. Все нормально? Так, так. Заткнись, все, все, успокойся. Смотри, тут где-то надо. Погоди, а как войти? Идея по. Мы можем его слом. Да ладно. Смотришь. Это же. Твою ж дивизию. Это микрофон. Я никогда не пользовался подобной фигней. Смотри, тут есть карта. Так, вот смотри, наша вышка. Так, Нейзи, ты должен попробовать разобраться тут. Мы должны попробовать связаться. Смотри, тут есть динамик, микрофон. Передатчик. И какая-то фигня. Похоже на передатчик. Похоже. Черт. Так. Так, ладно. Давай я его включу. Давай. Так. Смотри, вот тут, вот тут включается, вот тут, смотри, вот, где? Вот, включай. Где? А, вот. Да-да, ага. Есть. Так, и для... все, вот микрофон. Какие-то крутилки. Так. Просто надо нажать на... А, я понял, все, давай. Да. прием. Черт. Эй, меня слышно? Жестко шипит, слышишь? Нет, стой, отойди, тут есть регулировка войны. Сейчас, погоди, я попробую. Попробуй. Ты тюн, что ли, настроил? Я настроил волну. Окей. Давай, попробуй. Прием. Прием. Работает. Если вы нас слышите, ответьте, прием. Есть. Тихо. Мы вас слышим. Простите, можно еще раз? Сильный фоновый шум у вас. Мы вас слышим. Слышим, отлично. Вы разговариваете с эвакуационной группой. Вам нужна помощь? Да, мы не знаем, где мы находимся. Мы попали в аварию. И нам очень нужна помощь. Так, вы на вышке, верно? Да, на вышке. К сожалению, мы не можем прямо сейчас отправить к вам спасательный вертолет, так как сейчас сильная буря. Вас еле слышно. Вы можете отправиться в бункер. Бункер? Какой бункер? Он находится под аэродромом. Его местоположение... Слушайте, мы были там. Там обрушилась лестница. Туда нет прохода, просто там... Можно упасть легко. Есть еще один вариант. Видите компас? Да, видим. Зима, бери компас. Так, компас. Вот он, бери. Так.
Так, давай. Возьмите его и идите на север. Идти где-то 200 метров. Вы увидите люк от бункера. Хорошо, что дальше? Ждите спасательный вертолет приблизительно 3 дня. В бункере есть специальное оборудование для связи. Мы сможем связаться. Отлично. Удачи. Что дальше? Стой! Нейзи, нет! Включи это! Я хочу с ними поговорить! Нейзи, включи! Заткнись! Черт, у них жесткий фоновый шум. Это был последний шанс, подожди, я попробую настроить. Черт, в бункере есть специальное оборудование для связи, мы сможем еще связаться. Пошли. Подожди, нам что, сейчас слетать надо? Да, без по-другому никак. Бери компас. Давай. Смотри, так. Знаешь, где север? Да. Север. Да, знаю, знаю. Так, хорошо. Во, нам туда. Да. Так, Нейзи, я крутой. Погнали. О, как тут ветер-то? О, давай, выходим. Так, окей. Так. Так, давай я первый, если что... Да, да, если что, схватишь. О, черт. Подвинься к стенке, отойди. Встань, да, встань, да, встань, да. Я не могу пройти. Подвинься, молясь. Да. Вот. Так. Так, все нормально, я пошел. Давай. Ой, ладно, фу. Все, я пошел. Давай. Зимон, я спустился. Аккуратно, аккуратно. Тихо. Я спокоен. Так, я живой. Погоди. Черт. Я на середине прям. Давай руку. Давай. Хватайся. Все. О, я же тебе не рассказывал, что я боюсь высоты тоже. Так, Симон, надо спускаться. Да, давай. Так, я спускаюсь. Ой, ты че? Не ударился? О, нет, нет. Все нормально? Я снизу ухватился. Давай. Нормально. Давай. Падай. Ну так, не падай, в смысле... Падай. Черт. Так. Нормально. Оп. Ну че? Время прыгать в бункер. Погнали. Слушай. Да. Он сказал, в скольких 200 метрах или... Да, где-то там. Мы очень близко. Я думаю, скоро мы узнаем, о каком бункере он говорил. Окей, я думаю, нам прямо сейчас и надо отправляться туда. Пойдем.